Президент страны Игорь Дадон провел во вторник встречу с зарубежными послами, аккредитованными в нашей стране. Мероприятие прошло во Дворце Республики. Среди иностранных гостей были глава делегации Евросоюза в Молдове Петр Михалко, послы США Дерек Хоган и Румынии Даниэл Ионице. Глава государства поблагодарил страны, поддерживающие нас в борьбе с коронавирусом, и подчеркнул, что пандемию можно преодолеть только общими усилиями. Официальные лица обсудили необходимость восстановления торгово-экономических, гуманитарных и других отношений со странами, пострадавшими из-за коронавирусного кризиса. Также Дадон и главы дипмиссий обсудили внешнюю и внутреннюю политику Молдовы, в том числе начало предвыборной гонки.